Они могут геополитическую ситуацию в стране обсуждать. Там, Петровна, я такое видела. Ой, блядь, я в такой жопе висела, ты просто умрешь. И что ты видела? Ой, блядь, что происходит-то? Вообще, да. А ты видал? Да видала, блядь, я на... Меня тут повесили на предвыборный участок, блядь, наблюдателя, блядь. Висю я там, значит, себе под потолковник, его не трогаю, блядь. И тут заходит, ты представляешь, кто? Кто? Ты спихтё, блядь, не скажу, я подписал неразглашение. А ты, Петровна, я погляжу, разбираешься, да, во всяких вопросах там таких политических. Ну, я как бы не особо. Да как это не особо? Ты особо, он тебе юбка, он тебе платок на башке, да особо. Не особь, понять. О чем ты, я не понимаю, я кто толдычишь, старая. Что ты понимаешь? Прикидываешься, что не понимаешь. Все понимаешь. У тебя же на лице все написано. Вон у тебя дырка во лбу со стекляшкой. Там же все видно, все твои электронные, сука, мысли. У тебя тоже видно. Стыдно, у кого не видно. Или у кого видно, и не помню, я старая. И у меня memory stick уже, блядь, не та. Слушай, Петровна, а у тебя какой провайдер? Ну ты, Петровна, и дура. Сама дура. Прикольно, да, такие сидят? В платках такие. И все, и сериал тебе там. Че там, на повестке дня, там сегодня опять произошла какая-то жопа. Смотри, вот и фотография прикладывается. И они же сразу в интернете, они же эти цифровые, они же на это их висят. И они сразу, соответственно, информацию всю из интернета цепляют. Я тут ходила в Facebook, ой, не поверишь, блядь, американский, столько там пидорасов, ужас. Половина ботинки, блядь, половина не ботинки, хуй поймешь, кто вообще жив. Живых людей вообще нет. И я там, короче, прочитала про Трампа. Есть такая зверюга в Америке где-то. Это там, где светло, когда у нас только темно. Там есть зверюга лысая такая, ой, не лысая, а блондин. Ну как блондин, это на самом деле не его волосы. Это вообще не волосы. И он вообще не человек, блин. Так вот про него пишут, что он, блядь, когда строит свои небоскребы, блядь, он туда, знаешь, что закатывает в бетон, блядь, чтоб все это, сука, стояло, не падало. Вот то-то, блядь, не скажу. Потому что, блядь, узнаешь, сука, сдохнешь. А ты мне еще живая нужна. С кем я пиздеть буду?